Время без 15:06. Вызвали такси. Сейчас поедем на площадь Калинина, где у нас будет общий сбор. Приехали на площадь Калинина. Всем еще раз доброе утро. Всем суетно поздоровался. Пути мы проведем в дороге на машинах 3,5 часа. Словцом, мы с вами направляемся на самое большое верховое болото на планете Земля. В целом, это место труднопроходимое, труднодоступное и малопосещаемое. Это наше оборудование для прохождения мероприятия. Называется бахилы ОЗК. Они почти новые, годов 70-х, 80-х. Да справимся, конечно, то, что надо. Чуть. Все. Давайте подальше. Пошли. Здравствуйте. Топливо Сюганские занимает площадь 55 тысяч квадратных километров. Кто про него не знает, никто туда не ходит. Короче говоря, территория неизвестности. Наружу нужно... Да, застегивать. То есть смотрите, вот уровень, да, до которого вы можете дойти. Просто идете и все. О, замесили. Все, встали. Маленький какой-то, нет? Маленький, просто остальные. Ну, я тоже маленькая. Что, будем сражаться? О, ништяк. Мне не победить. Нашла с кем подраться. Я отвернулась, ты уже дерешься с людьми. Что такое? Не то. Не то? Вот это то, наверное. Надо почувствовать свой шест. В общем, если утонул, ищи другую дорогу. Отлично. Мы переходим в заболоченную тундру. У нас под нами уже маховая подушка. Ну, здесь где-то метра, может быть, полтора-два. Если вот так вот поделать, чувствуете? Вибрация. А под ногами вот эта гниющая масса, это то, что превращается постепенно в топ. Берете кусок вот этого гумуса, вот так вот, опа. И можно отжать из него воды целую кружку. В основном все это состоит из мха, процентов на 80, ну и остальной вот этой растительности. Так вот, вот эта субстанция, великолепно впитывающая воду, это абсолютно стерильная
лишенная бактерий, вирусов масса. Да не будем нырять. Можно показывать. Смотрите, прикол. Да, я сейчас заняться. Пойдем. О, нет, не будем. Вот это инопланетное растение называется няги. Многие его ошибочно мухом называют. На самом деле это лишайник. Любимое лакомство северных оленей. Олени сюда приходят только зимой. Едят они в основном вот этот ягель. Смотрите, то есть под нами где-то там открытая вода. О. Твердое пошло. Это трясины. Трясины, потому что все трясется. Чувствуете? Ага. Аквадискотека. Как проходить такие места? У вас в руках шесты. Они вам нужны как первое средство вашего спасения и вызволения. В таких местах лучше идти немножко рассеявшись. Старайтесь не наступать ровно вслед, куда уже кто-то наступил, потому что вы наступаете, мох маленько рвется. И там, где человек прошел, вы можете наступить туда же и провалитесь. И бывает, что ты наступаешь, и там все под ногами прям колышется. В этих местах, когда вы чувствуете, что вы идете словно по водяному матрасу, палочку нужно ставить поперек. И дальше идете вот таким вот образом. Это нужно за тем, что когда вы провалитесь, в смысле, если вы провалитесь, вы провалились, раз, и палочка, как перекладина поперек, не позволит вам провалиться дальше. Если можете, встаете на палку, как на лыжину, и вытаскиваете вторую ногу. То есть, допустим, вы провалились, если вы ничего не будете делать, вы будете долго-долго медленно тонуть. А если вы начнете только дергаться, то вы всадитесь. Ой, я вообще не могу. Гораздо быстрее. Слушай, я прям тону. Thank you.
У нас прям экспедиция какая-то по сбору. Меня, да, я специально. Я все сфагнумы набрала, какие только вижу. Mm-hmm. Их на самом деле здесь видов 6. Mm-hmm. Это не вот красненький, это один. Зелененький, это другой. Это все разные. Это профессиональные? Ну, я не специалист по мхам, просто натуралист. А-а-а. В музее природы работаю. Ну, классно. Фантастическое место. Да. Да. Вот здесь кости еще оставшиеся, да, 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 лежат. А, да кто-то ел его тут. Да. Вот он его ел. Какой-нибудь ястреб. Ну они, да, они пили и курили, и болели. Поэтому маленькие. Потонуть? Да. Ну, зимники, лучше винтами. Ветер поднимается, какой сильный. Сейчас дождик будет капать, уже капает. Ягодки. Она, да? Она же. Оп. О, все-таки набрала. Да. Наконец-то. Воду набрать. Ногу запрокидывай назад. Колени согибай. Ух ты. Технология. Красота. Мало совсем. Ну, все в принципе. Это точно вода? Грибы для бобров. Да, для бобров. Заботливый. Заботливый человек. О, дождик полил. Ой-ой-ой-ой. Это возмездие, пошли отсюда. Все, пришли, дошли. Все понравилось. Классно сходили, попрыгали по топе. В общем, всем спасибо. Пока.